Всем привет! Сегодня будем разбирать вот эти два контейнера, потому что рыбки, то есть отсюда уже переехали. Здесь уже, то есть в этом контейнере вообще пусто, он только место занимает. А здесь остался один сомик и там малинезия одна плавает. То есть это все надо убрать, потому что рыбы, которые новые, они, если закупать, то они поедут сначала на дачу, то есть в пруд там будут. А потом только уже осенью переедет обратно сюда. То есть, а здесь, чтобы пока что не занимать место, я это все уберу. Так, ну, я думаю, сначала начнем с самого простого контейнера. Это вот с этого. Здесь только слить воду, выловить рыбок. Потом уже перейдем к этому. Тут я уже подготовил ведро. Стоит. Вот ведро. Плюс маленький такой контейнер. Ну и сачок маленький, чтобы выловить оттуда креветок и двух рыбок. Ну все, приступим. Так, сначала я выключу, вот получается, фильтр и обогреватель. Это пока сюда перекладываю градусник. Так, улиток. Вот, кстати, вон на майонезе. Рыбку пока сразу думаю сделать проще. Вот в этот контейнер. Потому что сейчас будем пока что вылавливать там. Вон там еще одна улитка. Они все пойдут, наверное, или в большой аквариум, или на стойку. Так. Вытаскиваем фильтр. Все пойдет в ванну мыться. Растение пока в этот аквариум, ну, контейнер перебросим. Папоротник и как цаблка называется, вылетело с головы, анубис, во. Так, вон там сколько на дне креветок. Это даже не улитка, это лава. Я пока другой контейнер. Ну, в принципе, все. Сейчас буду просто воду в ведро переливать, чтобы уменьшить объем, ну, чтобы только на дне вода осталась. Потом буду вылавливать креветок, рыбок. Ну, все покажу дальше. Так, маринезию выловил. Сейчас ее, я думаю, пойдем отпустим в большой аквариум. Так, ну вот. Вода везде из-под крана. Просто я ее... Вон она адаптируется, и потом нормально, думаю, все будет. Так, ну воду я практически все отсюда убрал. Кстати, для креветки вот принес такой стаканчик, там уже несколько штук есть. Теперь надо сомика выловить. Так, он, как я понимаю, в трубку забрался. Сейчас попробуем сделать вот так вот. Просто его туда в контейнер. Готово.
Ну, креветки туда же пойдут, тут большой аквариум. Поэтому это все вместе. Ну, вроде бы всех выловил. Глазами тоже не вижу, на всякий случай. Ну все, вроде пусто. Так, откладываю. Теперь я хочу большинство креветок. Выловить, по крайней мере, который вот так вот можно будет. И пересажу их сейчас сюда. Одной рукой просто неудобно делать сейчас. Выловлю, потом дальше включусь. Так, удалось всех выловить креветок. Вот они здесь. И теперь пойдем его отпускать в большой аквариум. Вот принес сомика. Кстати, вот сюда вот губку с олофорусом. Я его просто перевернул. Ну, вот эту вот рыбу потихоньку съедят. Теперь просто отпускаем. Так же, как и малинезию, просто выливаем. Конечно, стресс. Побелел сразу. Это, кстати, звездчатый, цитрус. Ну ничего, потом придет в себя. И будет нормально уже тут, вместе со всеми. А здесь осталось выловить вот этих всех креветок. Я вот думаю, сейчас еще немного воды солью, чтобы было проще. И буду вылавливать креветок. Я решил сделать проще. Я перенес этот контейнер в ванную. Сюда вот ой, креветок посадил. Потому что их им уже здесь в таком маленьком стаканчике очень тесно. Сейчас будем вылавливать потихоньку. Руку совершенно неудобно. Ну, сейчас выловлю всех и покажу, сколько их тут всего получилось. Так, вот всех выловил. Здесь пусто. Теперь мы это все берем и идем к большому аквариуму, чтобы их туда пересадить. Так. Теперь я думаю сделать вот так вот. Сначала набрать немного воды. То, что тут очень грязно. Естественно, каких-то креветок могут рыбки поесть. Особенно скалярия. Но я сейчас попробую все куда-нибудь сюда на растение выпустить, чтобы они могли спрятаться.
Так, видно, эти, которые не хотят сами, их надо будет выламывать. Но все-таки смог. Тут больше никого нету. Всех смог отсюда. Сюда переместить. Конечно, рыбки сейчас пытаются охотиться, но это лучше, чем их куда-то девать. Потому что большинство все равно выживет. То, что вот они во всех этих зарослях. Там. А совсем мелких они и не видят. То есть, которые уже на дно. Все они туда вот быстро уходят и там их уже не могут найти. То есть рыбка пытается что-то сделать, но их там уже нету. Ну все, теперь креветки будут жить в этом аквариуме. Так, теперь сейчас будем еще второй контейнер также выливать. Креветок сюда же переносить, а растения попробую в другие клинь засунуть, на стойке положить, временно хотя бы. Так, вот второй контейнер. Здесь, конечно, будет сложнее. Как всегда, наблюдает, что я все сделал правильно. Так, ну, в принципе, сначала начнем, наверное, выключать фильтр. Так, все, вода перестала литься. Ведро. Фильтр так что даже. Так, обогреватель тут и так уже давно был выключен, его тоже надо убирать. Оставляем тут только свет, чтобы было удобнее. Так. Так, это все убрали. Так, теперь надо придумать, куда растения. И надо придумать, куда вот эти еще поставить. Так вот, ну, по крайней мере, вот для этого хиндурса я нашел место. Сейчас. Аккуратно его переносим вот в этот стеллаж на стойке. Ну, муть поднялась, ничего страшного. Посмотрим, как он тут себя будет чувствовать. Так. А вот эти я даже не знаю, куда девать.
потому что еще вот это вот надо туда же. Ну-ка, раз с креветками. И пойдет вот в этот угол. Ну, пока я так оставлю. Так, если тут у меня так есть вот этот вот анубис. Также внизу он также есть везде. Просто даже не знаю, куда его тут. Он как бы все вот это сверху будет загорожено им. Есть ли смысл его оставлять? Так. Ну. Я, наверное, сделал так. Я какие-то кустики типа вот по такой веточке оставлю себе, остальное все уберу, потому что мне просто некуда это все девать. Ну, сейчас буду вот оставлять, выберу себе вот пару таких кустиков и все. Ну вот, остался вот один такой куст и вот несколько маленьких, потому что у меня было два вида: карликовый и чуть побольше тоже карликовый. Но Вот такой вот. Я был совсем вот еще маленький. Посмотрим. Этот не этот. То, что они там все вместе в кучу. И непонятно уже, какой от кого растет. Ну, по крайней мере, в большом аквариуме у меня есть и такой, и совсем маленький. Поэтому. Так, вот этот мы сюда же. А вот эти маленькие сюда, в этот. Пускай так плавают. Так. Теперь думаю начать. Даже не знаю, вот или с самого контейнера, или вот с этого. То, что это будет самое сложное. Тут чего? Осталось уже воду вылить и улиток и креветок выловить. Креветок тут мало, поэтому и улиток тоже. Ну, вот Хелена там есть. Там, конечно, вот пустые уже. Вот это точно живые на боку сидят. Ну, на стенке. Там и точно живая. Просто много тут пустых раковин. А вот это надо все мыть и пересаживать. Ну ладно, начну вот с этого. Сейчас я также отнесу в ванну и буду мыть. Все вытаскивать и смотреть. Так, вот принес ванную. Начнем, пожалуй, вот с этого растения. Это вот как я сделал этот фильтр, так я его ни разу не разбирал. То есть он там, этот контейнер, наверное, около 5 лет так стоял.
одной рукой неудобно снимать. Вытащу его, промою и дальше включусь. Вот, промыл. Вот этот, ну, я не помню, как он называется, но я его называю бамбук. Я его покупал давно в Оби, по-моему. И вот сюда сажал. Вот тут одна вот как бы плохо себя чувствовала. От него пошел новый росток. Тут вообще вот тоже новые. Теперь надо вот будет придумать, куда его посадить. Так, ну, а мы откладываем этот бамбук и дальше приступаем к мытью вот этого всего. Так, достаем губки. Вот эти губки, это из фильтра Aquaelf. Ну, губки я за 5 лет или сколько-то он стоял, я доставал, протирал. Ну, не протирал, мыл. Вот эта керамика, это просто от растений покупаете. Вот иная бывает вот в этих керамических кольцах. Это вот отсюда. А тут вот как раз вся эта керамика. Сам вот эта вот емкость, это обычное кашпо для цветов. Просто нашел такие две железки, крутил шурупы и как бы на шуруп поставил и проволокой замотал. Ничего тут сверхумного нету, если кто-то захочет повторить. Кстати, фильтровал, то есть прекрасно. Биология очень как бы хорошо держит. Единственное, что из такого покупного еще, вот по дополнительным, так это вот эти керамические шарики. Но я их, естественно, выкидывать не буду. А сейчас отмою, и потом где-нибудь они мне пригодятся. Так, керамику я промыл как мог. Вот, которая сверху, она такая вот зелененькая. Ну ничего, пускай сохнет. Потом, когда осенью будем делать еще один, ну, заново фильтр, она как раз пойдет туда. Так, от кашпо, то есть вот эти железки я, естественно, оставляю, они мне еще пригодятся. Также для следующего фильтра. А само кашпо, оно очень дешевое. То есть, служило оно тут как бы уже не один год. Поэтому я думаю, если оно сейчас нигде не пригодится, то я его выкину. Потом проще куплю новый. И потому что еще плюс тут вот два отверстия. Я хочу сделать чуть по-другому. А сделать одно, сделать его просто чуть-чуть, например, чуть повыше, чтобы тут на дне всегда была вода. Ну, там будет видно. А сейчас идем к контейнеру вылавливать креветки, выливать воду. Так, ну, теперь сливаем воду. Вот так. Помогать всегда. Требует внимания, чтобы не только рыбкам уделяли. Так, ну, креветок тут немного. Ну, сейчас также где-то наполовину солью воду, и потом уже остальных буду всех вылавливать. Ну вот, половину воды слил. Так, теперь будем вылавливать также креветок. Для начала улиток. Так, нет, это пустая. Сейчас вот покажу. Это пустая. А вот так выглядит живая. Так, ну ладно, улиток можно потом смотреть, какую воду будем сливать. Сейчас проще ловить креветок.
Так, ну все, всех креветок выловил. То есть тут оказалось вроде пока что только три улитки. Остальные вот пустые. Ну, катошки я не считаю. Их потом, когда буду все сливать, просто сгребу и ну, на стеллаж отправлю. Тут где-то я вроде бы видел, а может мне уже и показалось, то, что одна креветка маленькая. Но в любом случае, когда буду сливать, еще раз посмотрю. А так сейчас пойдем выпускать большой аквариум. Ну, буду выпускать туда же, точно так же. Так, ну все, они сразу куда-то там прячутся, их так даже и не видно. А ну вот, белые глазки. Вот там одна, по-моему. Ну, все в зарослях, чтобы их не съели. А тут Малинези взяла и потихонечку там вот все Аулофорес подъедает. Ну, я оставлю так на ночь, за ночь тут и сынки будут наверху, потому что вон Аулофорес. Хотя вчера я очень много им дал, его Аулофореса. Но все равно, они его весь съели быстро. И сейчас это обгладывают. Ну, я думаю, в принципе, все, потому что показывать, как сливаю воду, ну, я смысла не вижу. А так, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте свои вопросы в комментарии. Все, всем пока.